Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Джефф from VapersMD. И я рад приветствовать вас на своем канале. Канал, посвященный полностью вейпингу. И к нам сегодня на обзор приехало очень интересное устройство. А если точнее быть, это бокс-мод от компании H-Cigar VT250. И специально по этому поводу я для вас приготовил интереснейший фото-видеообзор на данный бокс-мод со всеми техническими характеристиками. Итак, поехали! Желаю приятного просмотра! Come on.
Итак, дорогие друзья, это был фото-видеообзор на BoxMod от компании HCigar VT250. Я очень надеюсь, что вам он понравился. Ну а теперь давайте-ка перейдем к плюсам и минусам данного бокс-мода. Начнем мы, наверное, с плюсов. Итак, первый плюс я поставлю за необыкновенный дизайн данного бокс-мода. Он очень интересный и не похож на все остальные бокс-моды. Выглядит он прямо футуристическим. Касаемо второго плюсика, это плата DNA 250, безотказная, работающая на все 100%. Третий плюсик я поставлю за уникальный дизайн. А также, как вы видите, он очень хорошо лежит у меня в руке. Прям просто как влитой. Ну, о плюсах мы поговорили. Давайте перейдем к минусам. Минус мне не очень понравилось. Дребезжание кнопки Fire. Вот, наверное, если вы слышите, вот так она дребезжит. Но дребезжит только кнопка Fire. Остальные кнопки, кнопка плюс и минус, кнопка плюс и минус, они ведут себя очень хорошо, естественно. То есть, они не слышны. Касаемо минусов, мне не очень понравилось, как снимается здесь батарейная крышка. Очень тяжело, надо немного подналовчиться, чтобы ее открыть. Но это дело, наверное, техники. Дальше, что касаемо минусов, это неустойчивость данного бокс-мода на любом, ну, на любом покрытии. Если его поставить на стол, как видите, он держится очень шатко и... Скорее всего, он упадет, если его где-то задеть. Итак, дорогие друзья, это был фото-видеообзор на данное устройство, на BoxMod VT250 компании HCigar. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал, ну а также комментировать. Всем пока и до новых встреч. С вами был я, Джефф from VaporsMD.